Сегодня такой замечательный праздник празднует Казахстан, День единства народов Республики Казахстан. Я всех поздравляю с этим весенним добрым праздником и хочу, чтобы над нашим Казахстаном всегда было мирное небо, и мы жили так же дружно в большом количестве национальностей и народов. Я сегодня бы хотела рассказать вам о молдавской кухне, в частности, национальное молдавское блюдо. Это национальное блюдо мамалыга, которое подается обязательно с овечьей соленой очень брынзой и соусом муждей, который настаивается на бульоне либо говяжьем, либо курином с добавлением чесночка и перца. Хотела бы сегодня еще рассказать о таком национальном молдавском блюде, как такана, где собрана вся изюминка молдавской кухни. Это мамалыга, это соус муждей, это соленая овечья брынза, скроп, воздушный омлет и мясо курицы. На выбор можно курицу, можно говядину, можно баранину, можно свинину, кто как пожелает. Сегодня я бы еще хотела вам рассказать о национальных молдавских лепешках. Называются они плащинки. Готовятся из разного теста. На дрожжах, на пресном. Начинки брынза, сыр, картошка, капуста. Лепешки жарятся с обеих сторон из слоеного теста и заполняются внутри начинкой. Очень вкусные, подаются в молдавской кухне горячими, складываются в стопочку с разными начинками.